Думается, что после завершения вот этого витка по трассе Moscow Raceway, сейчас же ведь Кубер проносится мимо Александра Александровича Сталина, конечно же, порадует свой зрителей приличными разворотами, пошжет новую резину, покрутит так называемые пончики на трассе Moscow Raceway. Наслаждаемся этим ярким шоу, ну и еще раз... На сегодняшний день гонки остается уже